сегодня вас угощает информационная столовая. Приятного аппетита! Тиан Дученг. В Китае, недалеко от Шанхая, в 1907 году была возведена почти точная копия Парижа. Он был рассчитан на проживание в нем 10 тысяч человек, однако богатые шанхайцы не поехали в Тиан Дученг, так как дорого и далеко. Плюс в городе не было развитой бизнес-инфраструктуры, что оттолкнуло не только китайских предпринимателей, но и экспантов. В итоге здесь живут всего 2000 человек, из них 80% это малоимущие и военные, которым местные власти предоставили жилье во временное пользование до момента полного заселения. Продано было около 3% жилья, арендовано коммерческой недвижимости 1% от общего числа таких площадей. Крака, Италия. Основанная еще в средние века, деревня Крака пережила многое – чуму, войны, разорения, но устоять против природы не смогла. В 20 веке ее разрушили оползни. Разрушенную деревню покинули, но она смогла напомнить миру о себе в качестве декорации к фильму «Страсти Христовы». Остров Хосима, Япония. Остров заселили в 1810 году, когда там нашли уголь. Изначально это была простая скала в море и остров площадью 0,63 квадратных километра, которые создали искусственно, когда копали шахты. К 30-м годам 20 века остров стал серьезным промышленным центром. Кроме шахт, там появились военные заводы. В самые населенные годы своей истории на острове имелось 30 больших корпусов жилых домов, 25 магазинов, школа, 2 плавательных бассейна, больница и кладбище. В течение 50 лет остров являлся одним из самых густонаселенных мест на Земле. На территории острова площадью 6,3 гектара обитало 5259 человек. Процветающая добыча угля в Хосиме пришла в упадок в 1974 году, и там были полностью закрыты шахты. В течение нескольких недель самое густонаселенное место на Земле оказалось полностью пустым. Город старателей Калманскоп был построен в 1908 году, когда в пустыне Намиб были обнаружены алмазы. Однако в конце 1940-х местонахождение полностью истощилось, и жители начали разъезжаться. Город полностью опустел в 1954 году, и пустыня сделала свое дело. Сейчас дома завалены песком. Город-крепость Коулун, Китай. В прошлом плотнонаселенное, практически неуправляемое правительством поселение в Коулуне, Гонконг. Первоначально на его месте находился китайский военный форт. С 1950-х по 1970-е годы город-крепость Коулун контролировался триадами, и в нем процветали проституция, азартные игры и наркоторговля. В январе 1987 года правительство Гонконга объявило о планах по сносу города-крепости. Снос начался в марте 1993 года и завершился в апреле 1994. В декабре 1995 года на этом месте был открыт одноименный парк. Напиши в комментариях, в каком городе хотел бы побывать, и обязательно подпишись на канал.